Друзья, всем привет! Сегодня обзор про оригинальную плату для постройки лазерного волоконного станка. На нашем канале можете увидеть, как с нуля своими руками построить вот такой полноценный рабочий станок, с помощью которого бесконтактным способом можно наносить любые рисунки, тексты, узоры на металл и другие материалы. Главным органом, сердцем данной системы является вот такая плата, к которому, собственно, подключаются и все остальные органы управления станком. Вместе с платой идут вот такие разъемы. В следующем видеоролике покажу, как это все паять, куда что подключать. И полученный провод позволяет запитать от внешнего источника блока питания данную плату. Еще в плате продавец положил в подарок вот такой фирменный кабель, который позволяет подключать данную плату, станок к компьютеру. На проводе также можем видеть фильтры для подавления помех. Такие же кабеля довольно часто используются при подключении периферийных устройств к компьютеру, к примеру, сканеры, принтеры и так далее. И еще один кабель в комплекте, это уже готовый провод. На концах с разъемами мама-папа, 25-контактный. С помощью этого кабеля устанавливается связь между платой и источником лазера. У этого продавца, благо, программное обеспечение идет на флешке. Причем самая свежая и наиболее стабильная программа EasyCAD версии 2.14.10. В следующих роликах покажу, как устанавливать программу, как устанавливать связь между компьютером и со станком, также как это все настраивать, как пользоваться. Первый разъем на плате служит для подключения гальвосканера, значение CON1. То есть Connect 1, подключение первого гнезда. Следующий большой разъем на плате, это, как уже говорил ранее, для установки связи с источником лазера с данной платой. Это уже второй Connect. Третьего коннекта здесь нету, идет сразу четвертый. Сюда и подается питание платы и, собственно, идет управление внешней поворотной осью. Это, к примеру, для нанесения рисунка на стакан и так далее. Также есть плата, на котором установлен коннект 3 разъем. Если не ошибаюсь, это уже плата для управления станком на базе CO2 лазера. Но нам она здесь не нужна. И крайний разъем, это USB выход для подключения к компьютеру. На плате 17 года версия железа, не путать с датой производства. У производителя есть еще похожая модель, значительно ниже стоимостью, но там, учитывайте, нет поддержки поворотной оси. Качество изготовления платы, пайки, все очень аккуратно, не вызывает никаких нареканий. Под платой имеется металлическая подложка для удобства крепления платы на станок. Крепить его можно в два положения, смотрите, как вам удобнее в будущем, чтобы был хороший доступ для того, чтобы отсоединять провода, вдруг если потребуется ремонт или апгрейд. Изначально казалось, что плата приклеена на подложку для обеспечения хорошего теплоотвода в качестве радиатора, но оказывается это не так. Можем видеть везде просвет. Такая компоновка, скорее всего, это сделано для удобства монтажа. Отличить оригинальную плату еще можно вот с помощью такой наклейки, на котором под разными углами появляется текст. Еще одна дополнительная защита. И вот такая глубокая гравировка, название бренда или это название завода, в общем, производителя. Для тех, кому интересно, здесь можете увидеть распиновку на все три коннектора. На этой картинке также можете образно представить, к
как правильно организовать питание для всей системы. Станок, как видите, прекрасно работает. Одним роликом все рассказать невозможно. При постройке станка, если будут возникать вопросы, постараюсь помочь, буду держать связь, пишите вопросы в комментариях. Так что продолжение следует, и всем спасибо за просмотр.